Дома разрывало на части, будто они из бумаги. По улицам летали машины, деревья и деньги. Из банкомата на Азию обрушился тайфун убийственной силы. Механизмы убийства диверсионных групп в Донецке было как минимум две. Кто и как год назад планировал покушение на Александра Захарченко, стали известны новые детали громкого дела. Рыба ищет где глубже, откуда тонны лосося в Камчатском лесу. Как вышло, что рекордный улов идет не в магазины, а на выброс. Осень золотая. Сегодня российские гимнастки привезли с чемпионата мира 7 медалей высшей пробы из 9 возможных. Чемпионский рейс. Встреча в Москве. В начале от программы «Сенсация мирового масштаба». Именно